Я всегда призываю, что не ищите себе никаких специальных условий. Господь дал жизнь, чтобы ее прожить достойно, а не чтобы искать, где тебя лучше накормят. А достойно это не означает бытовые условия, это означает, что у тебя есть смысл жизни, ты его делаешь, ты понимаешь его и так далее. Ну, бессмысленно там вот отругать правительство за то, что не создали условия. Ты сам можешь себе создать вокруг какие-то удобные условия, если ты за это возьмешься как следует. Хорошо.